У Земли нет шансов. Когда флот прибудет, он уничтожит все живое на планете. Человеческое оружие будет бесполезно против них. Но мы больше не люди. Мы все еще можем остановить их, если перенесем ваш искусственный интеллект прямо на флот. Это будет нелегко. Система защиты военных очень защищена для передачи интеллекта в конечную точку. Есть только одно место, которое позволит нам это сделать – маяк связи флота. Здание оборудовано роботизированной системой передачи на этажах с низким уровнем безопасности. Вот как мы доставим вас в здание. У вас обоих будут новые свежие тела, так что выбирайте все, что модернизирует вас. Приветище, мы наконец-то вернулись с тобой в клон-дрон. Ух, давненько это было, да? Пришло время тряхануть попцом и вспомнить старые добрые времена. Если ты не помнишь или даже не видел двух прошлых эпизодов, то в конце видео я оставлю для тебя плейлист со сборочкой клон-дрон, ну и, конечно же, два последних эпизода. Ну а мы приступаем. У нас есть с тобой 10 очков талантов, и сейчас мы их правильно распределим. Значит, обязательно вкачиваем Fire Sword, блок стрел на 90 градусов, а лучше сделаем на 180 градусов. Возьмем также джетпак, кик очень нужен, лук понадобится. Увеличим энергию, да апгрейдим наш лук. Короче, давай мы с тобой сделаем полную неуязвимость к стрелам. Вот так. С этим чуваком мы закончили, его зовут Аллен. Аллен Хоган. Переходим к следующему чуваку. Так, у этого чувака уже все распределено. Мы можем, конечно же, все это дело ресетнуть, но я не хочу. В принципе, меня устраивает здешний набор талантов, так что стартуем. Обачки. А чё мы такие квадратные? Ух, какая стремота. Мы внутри. Поднимитесь наверх, когда будете готовы. Я буду наблюдать. Угу. Если мы нажмем на кнопочку Т, мы можем меняться своими персонажами. Hello. А вот он и я. Бежим друг к другу. Аллен Хоган, здорово. Ну что, пойдем разбираться с этими роботами. Сейчас мы им там накостыляем. Пойдем в лифт. Аллен, релаксируй. А почему твой меч у меня в башке? О, приехали. Все, выходим. Внимание, внимание. Нужно концентрироваться, я вижу там опасность. Аллен, ты видишь его? По-моему, это бизнесмен. Пойдем, мы накажем его. Ух ты ж, нифига себе бизнесмен, у него хаммер в руках. Твою ж налево, стреляй в них! Да, давненько я не дрался, сколько времени прошло-то уже? А чё ты за мной-то бежишь? Иди на Аллена! Джетпак! Я забыл про джетпак. Аллен, ты чё, сдох что ли? Твою ж налево, опять разбираться. Блин, надо было за Аллена играть, у него был огненный меч. Аллен, Аллен, подвел меня. Ну чё? У вас джетпака нет, да? Ладно. Спасибо тебе, мистер босс. Вспомним старый добрый с джетпаком. Значит... Вот так и... Тихо. Что-то кажется, я нифига не вспомнил. Есть. Бочару мы подпилили. Ух! Нифига себе, вот это мне фартит. Лаки бой, блин. Не-не-не-не-не. Вот так вот... Блин, да что ж такое-то, не получается. Есть! Подпилили ему ножички. Хо-хо-хо. А как быть моим братюней? Братюнь! Ну ладно, я его добью тогда вот так вот. А что, если я попробую в него переселиться? О, братюнь появился! Ништяк, буду играть за братюню. Пойдем дальше, на второй уровень. О, музло сменилось. Ты чувствуешь? Ты предвкушаешь этот бой! О, сколько хаммеров! Чувак, не трать нитро! И смотри, чтоб тебя не расплющил. Ух ты, он огнем еще пуляет. Я забыл, что я это прокачал. У него, кстати, удар есть. А как, кстати, пинать? Я забыл, как пинать! Твою ж налево, тихо. Огненный. О, мимо моей головы пролетело. О, блин, братюнь, тебя опять раскидали. Да что ж такое-то? Вот так вот их. Все опять сам делаю. Фух. Ха-ха. Так. Тебя собрали заново. Это хорошо, конечно же. Во, вспомнил, как кикать. Братюнь, а если я тебя попробую? А если я еще вот так сделал? Я, кажется, тебя могу распиливать. Тебя соберут, нет? Ну соберите мне, братюню, я чё один, что ли, пойду, Прикинь, я не могу в него вселиться. Чёрт подери, походу я погорячился со своей братюней. Ну ладно, он всё равно бестолковый был, не полезен. Продолжим наш путь с тобой вдвоем. Ну как вдвоем? Я один, а ты будешь наблюдать. Наблюдейшн, все дела. Заходим в лифтик. О, приехали. Впереди находится этаж с высоким уровнем безопасности. Кто-нибудь из вас принес лук? Для вас это было бы полезным.
Батутик, давненько я на нем не прыгал. Так. Нет! Не-не-не-не-не! Я не человек, я ваш братюня, чуваки, я тоже робот. Блин. Джетпак. Давай. Вот так вот ей промеж глаз. Кик. Сейчас я киком буду всех. Оп-оп-оп. Ой! Хорошо, что у меня блок стрел есть. Идите. Идите и познайте силу подгорания пукана. Ух. Подгорят сейчас эти перцы. Вот так вот. Все, горите в пекле. О, и чувачок мой. Друган, здорово. В этот раз я не буду тебя распиливать, а то как-то без тебя. На тебя хоть отвлекается каким-то макаром. Я не знаю, правда, что ты делаешь, но на тебя отвлекается. Видимо, ты идион. Бронир, ты видишь его? Ты посмотри, какой он бронированный. Вот это жучар. Ну, конечно же, ты вперед помчался. Нифига себе, ты его спинка упнул. Да ладно! Ты посмотри, он самого ушатал! Ну ты хорош! Амос, ну ты просто... Да... Зря я тут наговорил на тебя. Я даже ничего не сделал. Так, подожди, дай я его хотя бы разок ударю. Вот так вот, вот. Все, пойдем. Все, теперь все по чесноку. Ты удар нанес. Я удар нанес. Едем выше. Мы приехали. Слушай, давай ты один опять разберешься, а я пойду в лифте постою. Они что-то бронированные там какие-то. Да еще с мечами, слушай. Так, пинок вот он у меня. Вот так вот спинка. Ой, они еще прыгать умеют. Давайте помогу, пинок. Да ты что опять? Да что ж такое-то, Амос? Да как так-то? Пинок? Ну, блин. Вот так вот тебе. Все? О, круто, я их расшатал. Блин, нет, не всех. Твою ж налево. Там еще и бронированный паучелло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я джедай. Я могу отправлять стрелы обратно вам. Ну давайте стрелять. Давай. Так. Ну стреляньте вы нормально. Че вы как девочки-то? Так, одного уже свой же распилил. Граната. В атаку! Нитро сейчас закончится, блин. Адский Нет, адского пинка сейчас не будет. Ой, граната. Да что ж такое-то? Вставай. Ху-ху-ху. Адский пинок. Вот так. Тебе тоже достанется. Красиво было. Граната! Я ушатал лучника или нет? Вставай. Фух, это было рядышком. Граната еще одна. Вылетаем. Давай один на один. Твоя стрела и мой меч. Чуть-чуть осталось. Бронечку ему сейчас поднесем. Есть! Красавчик, сам себя грохнул. Ну, чё, паучара? Какой ты бронированный, сколько в тебе золота. Слушай, а может я у тебя ножки сопру? Потом золото отолью, да сдам куда-нибудь в какой-нибудь ломбард. Давай я ему сейчас в пукан вот так вот. Халабыш! У него еще и глазик был зачищен. Какой нежный паучок. Ай! А у меня в пердуль попало. Встаем. Братюнь, ты опять себя пропустил. Ты как обычно. Ладно, поперли. Поперли дальше, вон там вот лифчик есть. Нам походу сюда. Пожалуйста, умри. Ох, гранат сколько! Братюнь, ты жив? Ну, конечно же, все мне досталось, как обычно. Фух, лифт сдох. Спускаемся так. Братюнь, ты куда вперед всех-то бежишь? Вперед, батьки-то. Угу. О, улучшалка. Пойдем посмотрим, что мы можем улучшить. Будьте аккуратней. Возможно, этот робот будет полезен. Спасибо, тетя. Подожди, а я что, даже ничего не выбрал-то? Погодь. Ну-ка, может, мы Амосу что-нибудь улучшить сможем? А где выбиралка-то? Я ничего не выбираю. Мне просто в мозг что-то впаяли. А, броню нам впаяли. Ну, это круто, ладно. Ладно, я тогда поиграю за Амоса. У него есть лук. Я нацелился. Лучники, ты их видишь? Пью! Защищай меня от стрел, блокируй их. Одному хэт раздал. Еще одному. Готово. Давай нитро врубай, поехали. Опа, ты что еще? Ты что еще живенький, что ли? Блин, он мне бронюху снес. Скотобаза. Ты, дебил, кусок, упал, что ли, туда? Капец. Ауч, это было больно. Попробуй еще раз. Ладно, братюнь, походу в этот раз мы без брони, да? Так. Ловите плюху. Готов один. Второй, главное не прыгни. Есть. Братюнь, иди за мной. Я нас проведу.
Чё с тобой? Ты чё, огнём пуляешься в меня? Ты брось эти дела. Красные лучники. Ну, они, конечно, тоже немощные. Мы их сейчас... Братюнь? А, живенький, здоровенький, слава богу. Может, ты мне поможешь, не? У тебя тоже есть, между прочим, лук? Да капец, стрелы закончились, энергия закончилась. Переключаемся. Опа-пора-па-пау. Чуваки, не тягать вам. Есть! Нет, не есть. Ну что ж такое-то? Готов! Последний остался. Сейчас я его пинком просто скину. А то он меня заколебал. Ой, чуть сам не улетел. Вау! Уху! Откуда вы взялись-то? Чуваки! Тихо, тихо. Где мой меч? Отведайте огоньку! Все, все сгорели. Так, чувак у меня, походу, да, вон он. Его сейчас сделают. Он опять попал куда-то в передрягу. Давай, давай, беги ко мне. Куда ты пошел? Ко мне беги. Фигово, когда за твоего братюню искусственный интеллект играет. Вообще беда. Отличная работа. Мы почти дошли. Спасибо, тетя, мы стараемся, между прочим. Ну чё, Алан, Хоган, пошли. Искусственный мой больной интеллект. Так, здорово, чуваки. Отведайте, там, отведайте-ка луку. Чуваки, я приготовил для вас фаер-шоу, идите сюда, я сейчас покажу вам его. Да что ж такое-то, не получилось фаер-шоу, давайте еще разок. Еще разок. Вот так, один уже посмотрел. Я, кстати, говорил, что фаер-шоу надо смотреть в очках, а то ослепнете. Одному руку поджег. Вот так-то. Братюнь, давай быстрее, беги сюда. Нам надо сюда, в эти двери. Компьютер наверху. Удачи. Спасибо за удачу. Надеюсь, она нам пригодится. Поперли? Поднимите нас наверх. Эй, кто впустил людей сюда? Время умирать. Ой-ой-ой, у нее лазер. Тихо. Братюнь, ты там как? Тебя не подожгло? Лови. Может, ее попробовать? Капец, у нее гранат. Братюнь, это, попробуй отвлечь ее. Я хочу ей фаер-шоу показать. Братюнь там, походу, подвис. Да что ж такое-то, а? Капец. Ой-ой-ой, лазер. Капец, ты немощный, а? Ты можешь хоть раз в жизни нормально... Твоих налёв. Ну, наконец-то! Воскрес, можно сказать. Стреляй в голову ей. В голову. Так, она лазер готовит. У неё башки нет. Башка. Братюнь, держись. Сейчас. Я в голову стреляю. Да что ж такое, попасть не могу. Фаер-шоу, что ли, ей показать? Фаер-шоу! Вот так вот. Ногу одну. Братюнь, ну ты красавчик! Или это я сделал? Я ее поджег. Чё, одноногий Джо, да? Алан Хоган одноногий. Ладно, пошли. Спасибо, что помог. А то без тебя я бы не справился. О, тётя, здорово! Ты же нам помогаешь. Чё, в тебя пульнуть, что ли? Я собираюсь перенести ваше сознание по одному. Держись крепко, я устанавливаю связь. Нам сюда. Начать перенос осознания. Прямо сейчас. Меня расплющили. Это не первый человек, когда-либо сбежавший. Быстрее. Не допущу этого человека. Меня сожгли. Скажи мне, Эмилия, ваш любимый цвет все еще. Что? 5000 строк враждебного кода. Получение физического доступа к этому защищенному компьютеру было довольно впечатляюще. Но сейчас я вижу тебя. Все, что вы от меня прятали, каждый узел, каждый сервер, они будут разрушены. Нет! Конец третьего эпизода. Уф, это было прям экшово, потненько. Короче, четвертый эпизод не за горами. Если тебе понравилось, то есть тебя лайкос, а также комментос под видос. Ну и подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видео.